Юрий Шатович, благодаря каким спектаклям, каким постановкам вы будете погружать гостей чемпионата в атмосферу татарского театра? У нас в репертуаре имеется национальная драматургия, классика, современная татарская драматургия. Спектакли, они очень интересные, они очень музыкальные. И в течение 3 часов будем погружать нашего зрителя, гостей футбола, который приезжает именно смотреть футбольные игры. Между этими играми мы будем показывать именно интерес классический, где зритель сможет, посетители смогут не только просто как спектакль посмотреть, но и увидеть национальную художественную часть, национальную музыкальную часть, и менталитет услышат, увидят наши гости. Зрительный зал оборудован на 2 синхронных перевода. Это русский и английский язык. Тут же еще не только болельщики футбола приезжают. Приезжают к родственникам татары, которые живут за пределами Татарстана. И они тоже очень просят, звонят, пишут на электронную почту, хотели бы в летнее время. А как всегда, летом театр у нас уходит в отпуск. Да, и они не могут никак попасть. Поэтому для них тоже это очень интересно будет. Вы сказали, что подготовили какие-то сюрпризы для болельщиков. Да, для болельщиков мы в этом году сделали такую интересную акцию. У кого есть паспорт болельщика, им билеты будем предоставлять, продавать по 50% скидкой. Возвращаясь к репертуару, вы сказали, вот 11 спектаклей, если я не ошибаюсь. Да. А почему именно выбрали вот эти постановки? Они более близки, они более понятны, и они более интересны, содержательны, которые передают дух татарской национальности, татар. И они очень интересны и привлекательны. Чтобы и слишком нельзя перезагружать нашего зрителя, в то же время гостей, но и в то же время какой-то послевкусие нужно оставлять, чтобы они вернулись к нам еще, когда будут посещать город Казань. Спасибо. Надеемся, что гости уедут с яркими впечатлениями из Казани. Конечно. Спасибо вам. Спасибо.